Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть растения против зомби 2. И сегодня проходим нелегкий 30-й день, и давайте посмотрим, как же его нужно пройти. Загрузочка у нас идет, и у нас тут задание. Окей, тут нельзя пропускать зомби вдоль вот этой цветочной линии. Давайте выберем нашу колоду, спускаемся пониже, пониже. И давайте возьмем лунный цветок, возьмем с вами метательницу, возьмем мы с вами первобытную мину и первобытный стеноорех. Идем выше, возьмем еще мы с вами, так, кого там, вентилятор берем, конечно же, берем мы с вами еще, страж берем и берем... Вишенки, отлично. Вперед, и давайте начнем. Сразу же мы с вами, ребята, ставим лунный цветочек вот сюда. Можно чуть-чуть ускорить. Ускоряем. И потише. Ставим еще один лунный цветок. И так, выходит у нас бесенок с динамитом. Ставим ему мину. И вылетает зомби с шариком. Сейчас мы его тоже уберем с помощью вентилятора. Так, сейчас бесенок будет взрыв. Бомс, отличненько. Так, идем дальше. Ставим мы с вами еще один лунный цветочек. Отлично. И теперь можно стена орех и вентилятор. Вентилятор. Пьем, отличненько. О, получаем мы с вами зернышко. Еще один лунный цветочек. Сейчас зомби с газеты пройдет. И поставим мы с вами мину сзади него. А пока что можно ставить... Нет, все, окей. Вот так вот. Ставим стенорех еще один. И сейчас вылупит у нас мина. И можно будет его уже откинуть. Отличненько. Ставим мы с вами метательницу. Ставим мы с вами лунный цветок. Ставим орешек. Так, орешек поставили. Еще один орешек. Орешков нужно много. Ставим метательницу, лунный цветочек и еще один орех вот сюда. И давайте поставим вот сюда мы с вами... Опс. Эй, тихо! Чувак, куда бежишь? Стояночка. Ставим, так, метательницу. Ставим лунный цветок. Ставим еще один орех. Ставим мы с вами еще... Еще один стеноорех. Отлично. Метательниц побольше. Лунный цветочек. И еще один. Вот так вот. Отличненько. Вроде бы все окей. Тут быть надо на острие. Так, ставим мы с вами. Так, метательницу. Итак. Так. Что нам надо еще? Вот так вот сюда. Ставим, давай, метательница, заряжайся. Вот сюда пониже еще одно. И так, давайте уберем мы с вами зомби с шарами, отличненько. Так, у нас тут, убили, на лету убили, отлично. Ставим еще метательниц. Стена орех, не забываем. Ставим, давай. Так, никого не взрываем. Так, еще метательниц. Так, у нас тут футболист бежит, стояночка. Футболист, давайте, может, мы вас взорвем, что ли, нет? Бомс, вот так вот, отлично, давайте еще поставим. Так, еще футболист бежит, стоянка. Думай, стенарех повыше, вот сюда. Потом еще ставим метательницу сюда. О, давайте, знаете, что сделаем? Давайте-ка вот так вот. Тихо, зомби с газеты чуть не забил нас. Фу, давайте еще зарядим. Полетели снаряды. Бум. Так, ставим мы с вами еще один стенорех. Так, метательницу сюда. Минус сюда. Стенорех сюда. Сюда. Стой, не торопись, чувак. Ты че? Так, куда? Осталось... Отлично, все, мы с вами, ребята, прошли вот таким вот образом. Баксы мы с вами забираем.
Отлично, 30-й день пройден, и идем дальше. 31-й день уже будет следующей серии, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Комментируйте видео и делайте репосты. А вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока.